Короче говоря, бесят чаты. Чат от английского chatter – болтать. Средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени. Это так в Википедии написано. А я бы сказал, что чат – это значит задалбывать. Например, недавно мы с друзьями решили встретиться вечерком. Вроде бы дело несложное и приятное. Созвонились, договорились, вроде бы все хорошо. Я уже достал куртку, помыл голову, погладил футболку, все четко. Но тут кто-то создал чат. Назвал его «Тусовка» и добавил туда всех участников. Первые полчаса спорили по поводу названия чата. Видите ли, оно недостаточно прикольное. Придумали прикольное, по мнению Сереги. Он у нас ответственный за убогие приколы. В итоге зачмырили Серегу, оставили прежнее. Потом началось обсуждение, куда пойдем, что будем пить и есть. Леха предложил замутить вегетарианский вечер. Это модно, стильно, молодежно, и вообще его девушка говорит, что есть мясо вредно. Чат на какое-то время замер. Мне было пофиг, я могу и без еды просто встретиться. Но меня добавили в новый чат. Он назывался «Тусовка без Лехи». Начали обсуждать, стоит ли брать Леху. Да что ж ты будешь делать? Серега начал с памяти кидать тупые мемы. Переименовали новый чат в «Тусовка без Лехи» и Сереги. Серега все понял, удалил мемы. Андрюха написал Лехе в личку, провел профилактическую беседу. Вернулись в изначальный чат. Леха признал ошибки и больше инициативы не проявлял. Зато начал возмущаться Саня. Ему не нравилось место. Видите ли, туда неудобно ехать. Сразу был создан чат без Сани. Но кто-то сказал, что Саня на машине и везет нас бесплатно, поэтому морозить Саню не получится. Расформировали чат. Я выставил сторис с вопросом, куда лучше всего сходить с друзьями вечером. И тут началось самое страшное. Эту сторис увидела моя мама, и паника перекинулась уже в семейный чат в Вайбере. Мама писала, что вообще гулять нельзя на улице ночь. Бабушка спрашивала, какая еще дочь, был же внук. Батя для профилактики прислал фотку с сада, как он круто подрезал черешню. Параллельно этому в телеграме шла баталия о выборе заведения для тусовки. Я нервно ходил по квартире. Потом ко всему оживился чат нашего дома. Там спрашивали, кто это так громко шаркает тапками. Возможно, это был я. Но за меня тут же вступились какие-то люди. Возможно, вообще не из нашего подъезда. Не знаю как, но через три сообщения все переросло в политический спор. Потом активизировался старый чат встреч выпускников. Кто-то прислал туда стыдные школьные фотки. Осталось только, чтобы меня добавили в чат людей, которые ненавидят чаты. Да идите вы все лесом! Все, я взял свой старый кнопочный телефон. Ставил симку, похожу пару дней с ним. Мне нужен отдых. Короче говоря, меня бесят чаты. Друзья, всем большое спасибо за просмотр, за лайк, подписку. Не забывайте писать комменты, что понравилось, что нет. Ну и до новых встреч. Новые ролики уже скоро.